Давайте спросим у вашего партнера, готов ли он принять важное решение относительно ваших отношений. Да? Визуализируйте партнера, проговорите имя, возраст. И мы его спрашиваем, готов ли ты принять какое-либо важное решение. Упрямец какой-то вышел, молодой, на разговор, возможно, моложе вас, очень торопливый, суетливый, который вот отпускает ситуацию на волю судьбы, так скажем, да. Вот. Он только готов черпать эмоции из этих отношений, да, может быть, соревноваться, да, с вами состязаться за первенство, кто главнее, да, и вот познавать таким образом любовь, да. Ну хорошо, ладно, мы это поняли. Мы поняли, что ты наполняешься через партнершу, через эти отношения. Умеешь ли ты принимать решения? Ну вот судя по пажам, то, что здесь два пажа, он умеет только выражать себя через эти отношения, а принимать решения вряд ли. Ему еще нужно многому учиться, он постоянно стоит на выборе, и ему тяжело в этой жизни. Ну, конечно, молодой, опыта нету. У кого резонирует, можете смотреть дальше. Вы его тут поторапливаете, пытаетесь как-то прижать к какому-то, так скажем, под ноготь, да, а, может быть, манипулировать, может быть, иногда провоцировать на ссоры, я вот уйду, я там тебя брошу, там, или еще что-то, да, но дело в том, что вы человек ревнивый и боитесь того, что партнер может уйти в другие отношения, а вы его будете звать обратно, и у вас получится любовный треугольник, и тут вы тоже как бы пытаетесь защитить свою душу, свое сердце вот от будущих потерь. Откуда у вас такая программа взялась? Задайте себе вопрос, зачем вы чего-то боитесь? Коммуникация у вас по высшему разряду с этим человеком, но не более. По поводу принятия решений, а нет, созреет по карте Солнца, созреет очень даже неожиданно.